Здравствуйте, дорогие друзья! Подходит к концу 17-й год, и мы сегодня вспомним, что же в этом году нас порадовало на рыбалке. Вот и на вот она. О! Вот это да! Вот это красавчик! Все получилось. Я же сказал, что сейчас говорю про бурю, я тут поймаю. Первая сорожка сегодняшнего утра уже приползла. На крючок. Как ни странно, да? Так, вот так вот, значит, мы рыбачим, да? Да. Отпускаем рыбу. Нет, это чтоб крупная подошла. А, ну правильно, первая рыба должна быть отпущена, согласен. Все, следующий будет монстр. Серега, давай ускоряйся. Сейчас по соседству. Опа! А ты червяка насадил? Да, даже поплевал. Рыбак плюнул на червяка, а потом и на рыбалку. Эх ты, сошла. Вот закатная щука почтила нас своим присутствием. Вот как клюнула приманка где-то там. Вот такая вот маленькая приманочка с легким грузиком на 6-метровой глубине достала нам вот такую щучку. Так, ну вот прекрасное начало утреннего клева. Первая щука на джиг. Работаем. Воскресное утро перестает быть томным. Вот и судачки нас радуют поклевками. Ну вот у нас случилась поклевка. Щука. Щучка. Вот так вот. Вот такой вот прекрасный трофейчик. Вот такая прекрасная щучка. Вот на такую прекрасную приманочку. Клюет на закате дня. Столобик рыбы мощная,
особенно когда достигает размеров больше 5 килограмм, вываживать его одно удовольствие. Смотрите, какая слаженная работа команды. Одному вытащить такого зверя практически невозможно на плитах. Для этого нужно его удержать в одной руке спиннингом на леске, а другой рукой, орудуя подсаком, завести его в сачок. Хорошо, когда рядом есть друг, который поможет. Вот такие прекрасные экземпляры оказывались в уловах наших рыбаков. Вот она, родная. С 13 росла. Метров. Котлеточки. Вот и мне улыбнулась удача. Первый некрупный судачок. Ну, пойдет в коптилку. Вот первый судак нашего отпуска. 6-дюймовую приманку заглотил полностью. Клюет жадно. Но размер у него, конечно, не выдающийся. И первая рыба, надо его выпускать. Спасибо. Это же этот, как там? На палочке как надо? Чучхелия! Кому чучхелию? Чурчхела. Да, лещ бы не отказался. Вот тут даже смотри, дафни как рачки. Вот и первый судачок. Ничего себе, у него вон на вылет влетел, смотри. Ага. Поклевка жадная. Вот вроде что-то хоть стало поклевывать. Вот такие вот зубастики. Вот такой вот зубастик. Не встает еще река Волга в городе Самара. Но это не беда. Подходит к концу рыбацкий год 2017. И в новом году хочу вам пожелать здоровья, конечно же, счастья, успехов, побольше-побольше счастья, улыбок на лице и, конечно же, рыбацкого счастья. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!